И вот в этот период, где-то после 56 года и до 59, уже карьера ее резко начала меняться. За ней закрепилась репутация скандалистки, это было совершенно несправедливо. Просто она, у нее не было просто сил иногда допеть концерт, и она не приходила или останавливала спектакль, потому что она просто не могла петь. Ее личные переживания еще наложились на потерю, действительно физическую потерю голоса. Она боролась как могла. Она проявила здесь все свое мужество. Вот я хочу, чтобы вы сейчас послушали партию, вернее, сцену из оперы, одну из ее партий, которая сказала, что не самая удачная в ее жизни – Турандот. Турандот – холодная китайская принцесса, всех своих женихов отправляющая на казнь. Но, вы знаете, там был один очень удачный момент. Это когда Турандот, когда Калаф сумел все-таки растопить ледяное сердце Турандот. И Турандот в ее сердце зажглась любовь. Вы понимаете, как это делала Мария Каллас потрясающе? Вот эту перемену. Перемену от льда к пламени. Вот я хочу сказать, что такой вот есть предрассудок, что ведь совсем же не Пучини писал эту музыку. Музыка там Перо Мастера остановилась как раз до этого дуэта, были только черновые наброски. И его друг Франк Альфан написал, собственно говоря, это, я считаю, гениальный дуэт, но он следовал указаниям Пучини. Я считаю, что эта музыка ничем не уступает всей остальной в опере, вот такое мое мнение. И сейчас вы послушаете дуэт, финальный дуэт, там, где Турандот наконец почувствовала любовь, дуэт Турандот и Калафа. Исполнят тоже мои очень любимые голосистые солисты, это солист театра Санкт-Петербург опера Леонтий Сальенский и Кристина Безносова. А за роялем у нас будет целый оркестр. Это лауреат международных конкурсов Елена Мельникова. Reaching the sun.
Yeah.